Я преодолел. Это я переключился на этот спорт. Вообще не едет. Вот он дергается, но не тянет. Перегрелся, наверное. Только остановись. Ой, у меня 16. 24. Пиздец. 440 метров. Да. Фух, заряд на исходе. На стоке 16%. Там и макс где-то 24. А ехать за вот эту вот охранку поверху. Путь. А какой путь там? Прямо и все. Четвердак, Роман Кош. Беседку ветров не видно. Опять не видно. Ага. Да. Тень свою не вижу.
Так и едем. 9%. Ворк у меня затягиваем, зорочки, я сам. Хреначить капец. 4,9. А? 4,9. Ну, открывай тогда. Да, это Ялта. Мудок. В какой стране живем? В каком краю живем? Добрались до спуска. У тебя 13? Да. У меня 6. Сейчас все время с горы прям до нагорячи. А? 7 км, по-моему. 7 км с горы, да? Да. Ну, ты не хочешь машину поставить? Сейчас поставлю. Если рекуперация еще работает на таком низком заряде, на стоке, посмотрим, сколько накинет километров. То есть процентов заряда с этой горки. Горочка тут прям хорошая. На Синтеке есть курок рекуперации. Там будет рекуперация более эффективная. Там 13%. Посмотрим, сколько там накинет. Ага. Даже до машины доедем. Думал, в лучшем случае нам светит многоречие. А мы до Солнца, до Счастливого доедем тоже. Сейчас сколько? Ну, в движении больше. Короче, тебе накинуло 6, а мне 7. Один км всего лишь получился. 8% тут и 14 тут. 55,3 вольта.